На 1 мая в городе-курорте Анапа наблюдается рост пожаров. То есть на 22% у нас увеличились горение мусора, горение сухой растительности и техногенные пожары. Основным источником пожаров является неосторожное обращение с огнем, а также короткое замыкание электропроводки. С 5 марта 2020 года на территории муниципального образования город-курорт Анапа введен особый противопожарный режим. Напоминаем, что в условиях особого противопожарного режима запрещается использование открытого огня. То есть, что это значит? Запрещается сжигание мусора как на открытых территориях, так и на придомовых территориях. Запрещается сжигание травы, а также запрещается разведение открытого огня на балконах, лоджиях жилых зданий. В Анапе уже непрецедентное количество случаев, когда люди в высотных домах выносят мангал на балкон и начинают жарить шашлык. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Пусть это все люди знают и не нарушают требования пожарной безопасности.